Момент угона. Тесла за 90 тысяч фунтов, более 42 миллионов тенге, попал на камеру видеонаблюдения в Лондоне. Ранним утром 21 августа двое преступников зашли на территорию частного дома. Один из мужчин держал в руках провода и сумку с устройством, способным перехватывать радиосигналы. Его напарник в это время находился возле автомобиля. Судя по видео, злоумышленники почти сразу разблокировали авто. Еще около 10 секунд понадобилось, чтобы завести электрокар. Воры беспрепятственно скрылись в неизвестном направлении. Им удалось угнать Тесла за 90 тысяч фунтов менее чем за 30 секунд.